Всем привет! Сегодня поковыряюсь немножко в машине, так что может кому и пригодится такое видео. Слушайте, кто живет в Аргентине, знаете, да? Что с 18-го было написано до сегодняшнего дня, что с 18 числа августа будет запрещено. В общем, надо использовать телепасы для проезда по автопистам, по, скажем так, автобанах аргентинских, чтобы оплачивать за дорогу. Это сказали, что в связи с коронавирусом. И кто будет платить наличку, это в два раза дороже. Но сегодня буквально я прочитал, мне присылают, ну как бы это, я подписан в Фейсбуке на правительство города, и там изменения внесли с сегодняшнего дня, что продлевают до 14 сентября, чтобы вы получили телепасы. И после 14 вообще наличкой даже в два раза не будет приниматься. И это телепасы можно взять, я уже рассказывал по этому самому, по интернету. Доберите вот эту вот телепасы.com.ar, вот такую вот. Вот тут написано телепасы.com.ar, и там есть типа gratis, бесплатно можете зарегистрироваться, и вам придет по почте такая штучка, вот как мне пришла. Вот сегодня я получил вот такую штучку, видите, она на липучке, просто бумажка такая. И оказывается, в этой бумажке есть чип, то есть такой чип, как вот вы говорите, что там чипируют, вот нас уже почипировали. Значит, после того, как бумажку получил, у меня прошла, ну, где-то дней 10. Пока сегодня принесли. Что надо сделать? Я зашел в 3 сервиса автомобильных по дороге, ходил в китайский район, и никто из них толком не знал, где ее приклеить. Прикидывайте, ну вообще, так как, ну, не все прямо пользовались этим делом. А теперь это будет в обязаловка. Так что расскажу, где приклеивать это телепасы. Вот сначала надо зайти снова на страницу вот эту, что я рассказывал, telepasy.com.ar, и потом не обращайте внимания на грязное стекло, дождь ночью был, листочки какие-то позбивал, я еще не ездил, потом помою. И там указать, ну, что активар, то есть активировать, указать этот номер свой, ну, вот он уже указан у меня, что это для моей машины, указано, что это именно на эту машину, если надо другая машина, значит, другой телепасы надо брать. И после того, как сказано, что уже активадо, вы приклеиваете, отрываете, сказали спиртом помыть, вот под зеркалом, вот сюда вот. Вот где, видите, черненькая такая с точками, можно на точке, кстати, клеить. Я спросил, у некоторых машинах есть, что много вот так вот точек, ну вот такое черное с точками, то через эти точки просчитывается. Ну у меня тут чуть-чуть сразу вот так, значит, вот в это место. Сейчас помою и приклею его. И тогда ты проезжаешь вот эти оплату за дорогу, и оно автоматом сосчитывает себя. Не стоишь в очередях и все такое. И только что там написано, на каких дорогах, ну, работает этот телепасы. В общем, там высвечится карта на всех аргентинских платных дорогах. На всех. По всей Аргентине, по всем провинциям этот телепасы срабатывает. Тебя будет брать автоматом. Так что вот такая фишка. Значит, тут есть два таких номерка, видите, как бы один синенький, один вот зелененький. Клеите вот этот зелененький, а синенький это просто, чтобы ты не забыл, какой у тебя номер. Потому что такое бывает, я не знаю, как будет решаться это. Я, к примеру, уже раз 5 на машине стекло менял, соответственно, не знаю. Это ж бумажка приклеится, будут они ее отдирать и снова клеить как-то, или они будут новый чип какой-то клеить, то есть если вдруг при замене стекла, я вот это имею, но это когда придет время, я расскажу. А сейчас мыть и клеить это хозяйство. Вот такая вот у нас новшество, может у кого-то это и не новшество, может у кого-то это уже, как говорят, давно, ну а у нас пока нет, не так давно, так что сейчас посмотрим, что получится. С этой стороны вот так оно выглядит. Вот там какой-то... Так, задел немного эти точки, но мне уверяли, что они нормально будут сосчитываться. Надеюсь, что будет работать. Хотел приклеить немного по-другому, но... Да бог с ним, не буду его отдирать по 100 раз. Пускай как приклеил, так и приклеил. Пускай так и будет. Так что теперь еще будет, когда снимать моя камера, будете видеть еще телепасы здесь. Ну все, народ, я готов почти к поездкам. Теперь еще бы разрешили кататься везде, и мы поехали куда-нибудь, не знаю, уже подальше отсюда, от Буэнос-Айреса. Уже так надоело на одном месте сидеть, мы уже не выдвигаемся с марта месяца никуда. Да какого марта? В феврале как съездили на море, так в принципе больше
в Буэнос-Айреса не выезжали. Ну ничего, я думаю, все решится. Скоро весна, уже эти сверчки начинают орать. Вчера был на балконе, видел, пролетала эта стрекоза. Стрекоза, прикиньте, зимой стрекоза около балкона пролетела. Так что наши стрекозы, знаете, вот то, как эта сказка была, стрекоза, лето пропело, наступила зима, нашим пофиг, наши стрекозы еще зимой, еще летом чувствуют себя одинаково, летают. Все, пока, если что, спрашивайте про телепасы.